Easter, Omar. You look like such a pretty... Ah! Ah! Че это ты мне такое суешь, мразь? Ну, брат, я буду. А ты зачем меня трогаешь? Не трогаю. Нет, ты трогаешь, трогаешь, опять трогаешь. Я уйду от тебя, я маме пожалуюсь. Кури-ки-та-ка-ты, кури-ки-та-ка-та, кури-ки-та-ка-ты, кури-ки-та-ка-та, кури-ки-та-ка-ты. Лицо, лицо, лицо. Диван подрал и теперь ору. Пожрать я хочу. За ногу кусь, за руку кусь, за ногу кусь. Ты мой сладкий, ты мой маленький, круассанчик мой, булочка моя, запеканочка моя. Сырничек ты мой любименький, сладенький мой. Отдай, отдай, ты что делаешь? Отдай, это же кабачок, нахрен он тебе упал. Зачем ты ешь? Ты же картошку в прошлый раз ел. Кто на тебя ругается? Мама. Потому что ты как себя ведешь? Не нормально. А как это? Ты что, это как мы... Ты... На! А извините, молодой человек. Молодой человек. Извините, простите. А ваши родители не кондитеры? А почему тогда вы такой сладкий пирожок? Надо много кушать, надо много спать, чтоб котом огромным и толстым. А, богомыш, ну, я вот, да, я себе ее как-то так и представлю. Ну, скажи мне. Это что у тебя, подставка для тарелки? Говорят, лягушки не умеют мяукать. Ты зачем бабу за палец укусила, а? Зачем ты бабу так укусила сильно? А ты понимаешь, бабе больно, а? Так можно делать? Веня, какого хрена? Вень! Ты что сделал, придурок? Веня! Веня! Так, ребята, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Опа. Милочка. Ой. Морти, Морти, положи на место. Морти, Морти, да хва... Что ты? Зачем? Отдавай. Отдай. Да, Морти. Да сейчас подавишься. Фу. Ой, а это все.
Это все так Кусня? Дай мне Кусня. Дай. Я тебе рубль дал? Дал. За кефиром послал? Послал. Кефира не было? Не было. Деньги? Какие деньги? Ешь аккуратно. Вот посмотрите, это золотой ребенок. Вот он золотой, я не знаю. Я когда его выбирала, это, наверное, мне Господь сказал, держи себе собаку, которая украсит все твои дни, потому что ты, бедняжка, намучилась. Ты мое сладкое, ты мое... No, go lay down. Look what you did. Yeah. Саша, вставай, ты просил разбудить Сашенька, вставай, Саша, Сашуля, воды, Саша, вставай, встаем, Саша. У нас мышь в раковине, что делать будем? Я могу показать тебе взгляд орла. Я увидела мир без быдва. Что случилось? Обидели? За что? Ну что, накосячил, значит? Ну ты виноват. Ну а что я могу сделать? Вставай, потомок обезьяны. Кормить меня, потомка льва. Господи, какая ты страшная. Боже ж ты мой, ты как ядерная война. Сморщенный ты крокодил. Сейчас-то понятно. Руслан, это капец. Это просто капец. Они опять подрались. Марсик не может успокоиться. Ну вот поела, да, покушала. Потом спать. Конечно. Поспала уже когда, тогда сразу... кушать. Правильно. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – библиотека имени Ленина. Вот сука. Ты сука. Это кот-дрифтер. 3, 2, 1... Иди в жопу, дерьмо очкастое! Заткнись! Короче, сил моих больше нету. Кому надо, забирайте. Корм отдадим, лоток отдадим. Все отдадим. Мы вам квартиру свою отдадим. Мы денег в придачу дадим. Просто заберите от нас этого зверя, который как бульдог уже стал. У меня есть дома кот. Не кот это, а просто скот. Целый день он только спит и жрет.
Нифига! Это ты даешь, кошатина. Кто ел? Кто ел печенюшки? Залез на стол, ел печенюшки? Посмотри! Без масла! Это я удачно зашел. Ты где был? Гулял. А ну дыхни! А ну полай! Лай, ла-ла-ла-лай! Папа ругается. А мама как ругается? Этот парень был из тех, кто просто любит грызть. На спине лоснился мех, в груди кипела зверя жизнь. Зачем ты это все? Ой. Вот теперь ешь. Все. А вот теперь кушай все. На вот еще кабачок. Мама сделала салат нам. Угу. Давай, давай, конечно. Так, хлопок, синтетика, шерсть. Вот это то, что надо. Ну что, белка? Как говорил Юрий Алексеевич Гагарин, поехали! Алиса, у кошки болят зубы, что делать? Давай мне молоток, и я ей вынесу ее зубной состав. И вообще, я давно хочу ее заколоть и пожарить. Привет! Ой, устали, смотри, ломятся. Я не могу над вами, вы чё? Эй, привет! 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 Эй! Эй, ты мой хороший цулька! Привет! Ой, привет! И что мы тут делаем? И что ты тут хочешь сделать? И чем ты тут гремишь? Серый, хватит плавать, давай, выплывай уже. Давай, выплывай, молодец, давай, давай, давай. Массаж делаете? Ай-вай, конечно делаем. А с маслом делаете? Обижай, Рудик, один с маслом. Що ти подглядываєш? Що ти подглядываєш? Тосенька, а ти куди лягла? Это бомба. Бомба-ракета. Это приколдес. Молоко будеш? Да. А кашу будеш? Да. А маму любиш? Да. А Машу и Медведь включить? Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все, что и... А потом... Это толк ума.
это мне подарок. Боже, как хорошо. Как правильно ты поступила. Ну это вообще декаданс. Это вообще роскошь на грани разорения. Ром, вы что тут делаете? Мышка-сосиска, тум-чи-чи, тум-тум-чи-чи. Мышка-сосиска, тум-чи-чи, тум-тум-чи-чи. Мышка-сосиска. Рыбку на, иди рыбочку возьми. Хороший мой Степа, иди. Степан вальяжно идет за любимым лакомством, рыбкой. Весит такой бочоночек 20 килограммов. Причина лишнего веса – коварная генетика. Хозяйка говорит, что Степан невероятно добрый и ласковый. Его аппетитные формы обожает весь двор. Я не поняла, что здесь происходит. Пить хочу, пить. Что за наглость? А что вы мне делаете замечание? Тося, ты почему за своими детьми не смотришь? Ну, мне надо это. Пей. Прикидываешься мертвым. Подними его еще, пусть привыкает, пусть стоит, что. Пика. Ну стой. Это мы еще и пишем. Он кому-то знал знание. Пика, мальчик. Ну гулять же хотим тебя отвезти. Сломали кота. Пика. Пикулечка, солнышко. Не мам, ты не пожалуйста. Котеночек. Ну давай. О, уже шаги сделал. Пик, давай, держи равновесие. Держи равновесие, пик. Он завис, короче. Он хочет упасть. Бля, а что если эти люди, которые со мной живут, спят по ночам, чтобы отдохнувшими идти на работу и покупать мне всякие вкусняшки, а также содержать мою мохнатую жопу? Даня, хуйня какая-то, надо сегодня опять днем выспаться, чтобы всю ночь носиться и орать как ебанутый. Попу мыть, нужно каждый день. Попу мыть, даже если лень. Чистая она теперь, но полотенца нет нигде. Трусим, 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 трусим. Господи, какая ты страшная. Боже ж ты мой, ты как ядерная война. Сморщенный ты крокодил. Вот она, моя сыночка едет.
31 годик ребеночку будет 5 января. Видишь, катается моя маленькая сынулечка. Персик, персик. Молодой человек, персик. Молодой человек, на 100 000. На 100 000 в ТикТоке, молодой человек. Ты в курсе? Моё очко чует подвох! Хочу сыр косичку! Христос воскресе! Что орёшь, иди убейся! О, май гад! Иди кушать! Ага! Иди кушать! Эй, сейчас будет! Thank you.
Ничего подобного нигде в мире больше не обнаружено. Но есть версия, что мистический зверь дожил до наших дней. Нормально. О, нормально. Обязательно так рубим. Is your food bowl empty? Да, ну он уже срет на кровати. Убери свою эту херню. Он, блядь, насрал на кровати. Молодец, блядь. Вот так покупаешь дом коту. Да хоть сам в нем живи. Офигительный дом за трешку. Сказка же сказка. На мечтание дом. Я о таком всегда мечтал. Хотите признаться котику в любви? Есть два способа, чтобы котик вас действительно понял. Здоровайтесь с котиком по-кошачьи. Вытяните палец до уровня носа кошки и дотроньтесь до него. Так вы обмениваетесь запахом. Улыбайтесь по-кошачьи, посмотрите кошке в глаза, а затем медленно закройте их на пару секунд. Кошка вам может ответить так же. О, Морти, да какой орангут! Откуда ты тут? Как ты вообще там оказался? Давай, Морти, да какую? Да хорош! Оставь, пожалуйста, хуец. Что ты? Отпусти. Отпусти ее. Вот это что за злодейство? В ванну вообще нельзя заходить, потому что здесь собака живет. Собачка. Кося, я даже вот тебе ничего не сделаю. Вот просто мимо прохожу, чтобы умыться, Кусенька. Ну, у тебя и походка от бедра. Красавчик какой. Ой, какой красавчик. Боже, яке кончене. Это же курица, Морти. Ты что, раскрываешь? Ой-ой-ой, вот это. Да отнимай быстрее, отнимай. Да. Ой, это же курица, блин. Да как же это так? Да. Ой. Ты чего? Привет, можешь пролистывать. Я знаю, что я никому не интересен, ведь я просто дворняжка. Что? Ты остался? Тогда посмотри, как я прыгаю на ручке. Ну как тебе?
объясни мне, для чего ты нужна? Вот ты, кошка, вот ты для чего нужна? Объясни мне, я не понимаю. Просто за тобой говно убирать? Я с тобой разговариваю вообще-то. Вообще-то я с тобой разговариваю. Объясни мне, для чего ты нужна? Для чего ты нужна? Что с тобой делать? Смотреть на тебя? Моешь тебя, блядь, кормишь тебя, убираешь за тобой. Ты постоянно убегаешь или кусаешься. Ты почему такая, а? Ты зачем нужна вообще? Кто тебя придумал такую породу, а? Для чего ты нужна, скажи мне? Для чего? Скажи мне, для чего ты нужна? Вот я сейчас тебя буду трогать, ты меня... Мое зрение почти совсем восстановилось. Арчи, Арчи. Арчи. Поэтому тебя рвет, и тебе больно стать спасением. Да что ты делаешь? Что ты делаешь? Господи, боже мой, звери. Да нет, лишь бы что-нибудь. Этот кот, заигравшись, спалился, что ему были переданы тайные знания, и его тело больше не подвластно законам физики. После публикации видео в соцсетях, членами тайного общества просветленных котов, была открыта настоящая охота за ним по всему миру. Не пойду в спортзал. Я хотел, но я и так красивый. Представляешь, если я еще и в спортзал сейчас пойду, это ж какой у меня рельеф будет. Все с ума сойдут. Автобус отъезжает от остановки, мужик в возрасте долго бежит за автобусом, машет руками, тут, блядь, водитель жалился, останавливается, открывает заднюю дверь, мужик запрыгивает на заднюю площадку, от пыли, поднятой автобусом, резко чихает и от неожиданности громко пердит, ему становится неловко, он выпрыгивает из автобуса, голос с передней площадки, блядь, и это мы для этого его ждали, блядь. О! Охотники выходят с охоты. Охотники выходят. Где-то охотились там. Мышей гоняли. Сейчас выходят. О, что-то застрял охотник. Вот, еще охотник вышел. Еще не все охотники. Мышеловы. Все, все вышли? Да. Точно? Да. Все, все мышеловы вышли. Это же бак... Ой, зачем ты... Да как же...